Вот подумай, о чем это трое. Может он грустный, а может и нет, но куплет сейчас будет спеть. Вроде минорный, вроде мажорный, заставляет задуматься, правда ли ты один. Только ты вспомни, что он номер один. Всегда будь таким, когда остаешься без сил. Бывают на пути преграды, слабо дела, но мы не хотим сбиться с пути, идем за ним одним. О да, может быть все сложно, Бог всегда поможет. Может быть ты слаб, но Бог ты дорог. Загонят тупик, дела в час пик, дать воздуха. Но подумай, разве все это происходит просто так? Нету больше сил биться одним, будто сломил кто-то. Так бы и жил, будь таким, побеждем сходу. Но разве так может быть дальше? Будто бы ты однажды не сможешь победить то чувство одиночества, которое пытает. Чего-то так не хватает, но Бог тебя понимает. Бог тебя поднимает, ты не оставленный. Правда, она не изменится, куда она денется. Везде другой ценится, без сомнения, не нужно быть гением. Так вот тебе правда, ты не один. Иногда кажется, куча работ, каждый день куча дел. А ты одинокий, многие никак помочь не могут. Не хотят, ведь дел у них тоже по горло. Потом сидишь с долгами, да и только думаешь, какой же труд огромный. Сегодня все кажется таким уж черным, устал. Так жить довольно. День прошел не так, как хотелось, а зря. Мысли только бардак, смиряться с этим не стал. Пора приходить уныло, думать, взглянуть на жизнь. Немного с юмором жизнь, ведь она не бесконечна. Задержится сон, он не вечный. Только ты вспомни, что он номер один. Всегда будь таким, когда остаешься без сил. Бывают на пути преграды, слабо дела. Но мы не хотим сбиться с пути, идем за ним одним. О да, может быть все сложно, Бог всегда поможет. Может быть ты слаб, но Бог ты дорог. Загонят тупик, дела в час пик, дать воздуха. Но подумай, разве все это происходит просто так? Понимание сознания дает нам силу, всем теперь имеем знания. Осознание побуждает нас закончить то, что начали много лет назад. Берем друзей и близких, и все то, что пригодится, прошу от вас в отписке. Главное то, что мы все ищем усилия, даже сильные. 100% вместе вынесем, хоть буду ждать впереди все возможные трудности. Только ты вспомни, что он номер один. Всегда будь таким, когда остаешься без сил. Бывают на пути преграды, слабо дела. Но мы не хотим сбиться с пути, идем за ним одним. Вот так, может быть все сложно, Бог всегда поможет. Может быть ты слаб, но Бог ты дорог. Загонят тупик, дела в час пик, дать воздуха. Но подумай, разве все это происходит просто так?